Привет, мои хорошие. Сегодняшнее видео надо назвать «За кадром красоты, что творится», да? Ну, как-то так. У нас, кстати, на улице, я не знаю, будет вам видно или нет. Нифига вам не видно. Вот так видно чуть-чуть. Такие тучки красивые. Вот. А я, ну, как вы поняли... Сейчас я вернусь к вам. Как вы поняли, я на складе. Разбираю красоту. Так, одна малявочка у меня уже тут попила. Так, эту я отставила посмотреть. Это вот эта, которая бабочка. Вот. Везде кипиш. На Ютубе пишут, в Одноклассниках в личку пишут. Везде все пишут, где, когда, чего, зачем. У всех паника. Все думают, что я бац, привезла, тут все выложила быстренько и все. Видали, какая я шишига? А сейчас я вам покажу, что творится у меня на складе. Вы офигеете. Это за кадром той самой красоты, когда я вам показываю, да, когда уже все убрано. Чистенько, я показываю одни цветочки, да. Вот я их разобрала, все рассмотрела. Кстати, вот этот один и тот же сорт, но про него более подробно будет на канале «Мой мирок орхидей». Там красотки стоят. Там сохнут на отправочку. Всякие разные красотки. И теперь самое интересное. Что творится? Вот такой бардак, который, прежде чем снимать видео и выкладывать фото, мне надо сначала разобраться с этим бардаком, то есть убраться быстренько, а потом уже все выкладывать на канал «Мой мирок орхидей». Вентиляторы работают. Один. Вон там. Ой, где он? Где он? Вон там второй наверху. Здесь отключила, решила вам показать, что же у меня тут творится. Фу, я сажусь наконец-то, потому что я разобрала цветочки. Сейчас один цветулек только. Посмотрю, что там с ним не так. Два цветочка убрала. Сейчас, девочки мои хорошие, вас поставлю. Да, у меня тут, кстати, окрошка. Дочь моя именинница принесла маме покушать, чтобы мама не померла тут с голоду. Вот. А что, я ложку не приготовила? Я вот такая тут. Мне жарко. У нас тепло. У нас на улице не жарко, здесь жарко. Открыты окна, работают вентиляторы, а все равно. Вот такая вот у меня куча с квасом. У меня аж слюни потекли. Я обожаю окрошку, девчульки, вообще. Это моя любимая, наверное, еда. Окрошка и шашлык. Но не всегда это можно покушать. Время. Сколько у нас время? Время 4, по-моему. Вечера, дня, утро, обеда. Я первый раз кушаю. Не знаю, это видео на этом канале выйдет быстрее или на том. Не могу вам ответить. Доча намазанная духами была. Хорошо в пакете все. Я так все чувствую. Это кошмар какой-то. Так раньше мне было. И вообще я люблю все ароматы. Но в последнее время я к этому ко всему отношусь с осторожностью.
И уже видела смс-ки. Девочки вчера увидели, что я привезла. И увидели те девочки, у которых возврат денежных средств за непришедшую Азию. То есть они написали возврат. Это именно сейчас то, о чем я говорила в недавнем видео. Да? Что произошло. То есть у нас не будет из Азии поступления. И я всем написала и предложила сделать либо возврат денежных средств, но или замену. Но возврат денежных средств будет не скоро, так как деньги мне садовник не вернул. Они не возвращают денежные средства. Вот. У них можно сделать только на эти деньги заказ. Ну, в подробности вдаваться не буду, что, почему и зачем, почему. Ну, маленько вообще-то скажу, да. Садовник отказал нам в больше половины сортов. И хороших сортов, да. И предложил всякую ерунду. Я отказалась от этой, от всякой ерунды. Потому что не думаю, что это будет нужно людям. И не стала делать заказ. А садовник отказал мне в возврате денег. Сказал, что вернуть свои денежные средства я смогу только приобрести очередную партию орхидей. Я не знаю, как я с этим буду пока разбираться. Деньги там не маленькие, к нему отправлены, да? Пока это все в процессе. С адвокатом я связалась, адвокат по этому поводу работает. Ну, что-то будем решать. Пока не знаю, что. Потому что когда садовник мне сообщил, что деньги он мне не вернет, ну, какое-то время я была вообще вне себя, мне было очень плохо, и я старалась никому это не показывать, что, ну, мое душевное состояние очень ужасное. Вот. Ну и потом я приняла решение всем написать, всем сообщить, то, что Азии не будет. То, что я не буду брать замену, которую он мне предлагает, да? И предложила всем людям сделать замену из цветущих цветов. Либо получить возврат, но возврат придется ждать. И многие люди написали возврат. Некоторые написали это даже без здрасти и до свидания. И все такое прочее. Вот. Поэтому, видя сейчас тех людей, которые хотят приобрести орхидеи, которые попросили возврат, мои хорошие, хотите обижайтесь, хотите не обижайтесь, но у вас возврат денежных средств. И приобрести заново орхидею вы сможете только за наличный расчет. То есть вы должны будете оплатить. Тот возврат, который вам надо сделать в денежными средствами возврат, он будет вам возвращен в полном объеме в порядке очереди. После того, как я заработаю денежные средства. Да, может, это бред сейчас, да, звучит с моей стороны. Но я не собираюсь делать одну и ту же работу с одним и тем же человеком по 10 раз. Все эти люди, которые потребовали возврат, я проводила с ними определенные работы. Я переносила их в другую накладную. Ну, то есть для меня это была проведена тоже работа. И возвращать их теперь из той накладной в депозит, да, либо в отправку и добавление новых цветов, этого не будет. Все, тот заказ с теми денежными средствами идет на возврат. По-другому не будет. Хотите обижайтесь, хотите не обижайтесь, но вы будете ждать свой возврат. Это не моя прихоть, это не мое желание. Мне не вернул деньги садовник. Об этих форс-мажорных обстоятельствах, любых, а это считается форс-мажорное обстоятельство, когда садовник нам отказал в больше половине сортов, которые я заказывала. Вот.
И как бы об этом, обо всем написано в условиях заказа. Поэтому на эти денежные средства приобрести у меня вы больше ничего не можете. Эти денежные средства будут возвращены вам в полном объеме, как написано у вас в условиях заказа. Так не делается. Я вам дала и предложила, да, все возможные варианты. Оставить денежные средства на депозите и потом что-то на них приобрести. Либо приобрести что-то из наличия, из сапутки или из цветущих цветов. Либо сделать возврат. Вы, не раздумывая, сделали возврат. Значит, вы будете ждать свой возврат. Вот. Сегодня я со склада уйду, наверное, я не знаю, когда. В полночь, это однозначно. Сейчас я покушаю, пойду уберусь и начну снимать видео на канал «Мой мирок орхидей» и загружать фотографии в альбом в наличии. Альбом в наличии сейчас закрыт. Я его закрыла. Открою тогда, когда загружу фото. А почему я сейчас завела этот разговор? И почему я предложила людям возврат денежных средств? И причем я написала, да, возврат будет произведен тогда, когда я заработаю деньги, так как садовник мне не вернул денежные средства. Поэтому вам придется ждать. Почему я не сделала, как на многих интернет-магазинах орхидеях? Врут долгие годы. Ну, я считаю, что это врут, девчат. Долгие годы, что под вас выращиваются растения, что там под вас все это делается, что ваше растение придет через год, через два, через три. И все ждут. Возмущаются, но ждут. А почему-то сейчас все решили, что я должна сию секунду вернуть им деньги, те, которых у меня нет, которые были переведены садовнику. У нас гром гремит. Вот. Я написала всем все честно, без обмана, как есть на самом деле. Не стала растягивать это на 3 года, да, на 2 года, как это делают в других интернет-магазинах. Вот в 99% магазинах так делают. И не говорите мне, что нет. Так не делают только в тех интернет-магазинах, где нету альбома предзаказ. Где сразу все в наличии. Где есть альбом предзаказ, такие ситуации есть у всех. Но не все предлагают такую возможность, как предложила я. Я не стала советоваться ни с кем из вас, а решила отменить этот заказ, так как половину сортов нету. Зачем брать, ну, непонятно чего, что предлагает садовник, и предлагать вам? Ну, я не вижу в этом смысла. Зачем, как он мне сказал, ваши сорта будут на следующий год? Я не верю ему. Вот вы верите? Я нет. Раз он продал наши сорта в этом году, и нам их в итоге не досталось, да? Значит, их нам не достанется и на следующий год. Зачем мне брать размер 1,7 или фласочные растения, которые он только пересадил, когда мы с вами заказывали более подрощенные растения? Поэтому я приняла такое решение не покупать у него то, что он предлагает. И честно сказать вам всем об этом. Я это сделала. Вот. Поэтому, кто потребовал возврат, будет возврат. Вот. Хотите, обижайтесь, хотите, нет. Я к вам со всеми честно, везде.
и в Ютубе, на этом канале и на том канале, в Одноклассниках. Я всегда со всеми иду на контакт. Я всегда стараюсь всем все объяснить. Я не написала никому, что вы будете ждать 3 года своей орхидеи, которую вы заказали. Что они выращиваются конкретно под вас, как это любят делать в интернет-магазинах. Это неправда. Ничего конкретно под нас там не выращивается, даже с оплатой в 100%. Даже если бы я оплатила 100% оплату, не дает никакой гарантии, что нам достались бы все наши сорта. И Боженька меня уберег. Я всегда оплатила почти что 100% оплату. В этом году я заплатила 50% от той стоимости, которую надо было, да, произвести. Хотя это тоже не очень, не маленькие деньги, это огромные деньги, которых просто на свободной, в свободном кошельке у меня нету, понимаете? Так вкусно. Так что я сейчас покушаю и пойду убираться и заниматься дальше своей любимой работой. Да, голландские цветы дороже, намного. Но и не забывайте, что это уже взрослые цветы, цветущие цветы. И вы видите, что покупаете. Ну, как бы Азия и Голландия – это совершенно разное. Вот совершенно разное. Будет дождик, наверное. На улице свежо. Прям хорошо. Я еще не сделала даже половину работы здесь. Я так устала уже. Хоть бы до субботы не было дождя. Так хочу сходить за мхом уже. Это кошмар какой-то. Тоже все ждут мох. Я не могу его пока набирать, потому что он мокрый. Мох собирается в болоте, в болотистом месте. После того, как вода уходит. А в этом году вода стоит очень долго, поэтому этот мох, пока вода чуть-чуть не уйдет, я не могу собирать. Поэтому, кто сделал заказ на мох, вам тоже придется подождать. Это не от меня зависит, а от природы матушки. Ладно, моя хорошая, сейчас быстро поем. Пойду работать дальше. Вот.